Здравствуйте. Представляем вашему вниманию видеообзор зернометателя АПЗМ-120 ЗУБР, который комплектуется одновременно и скребковыми питателями, ширина захвата которых 6 метров, и большим бункером объемом около 4,5 кубических метров и шириной 3 метра 17 сантиметров. Этот бункер легко поменять и установить вместо питателей. Процесс занимает около получаса. Фактически вы получаете два зернометателя. Один с бункером и второй со скребковыми питателями. Этот зернометатель имеет инновационную конструкцию, которая крайне безопасна и удобна в работе. Здесь, например, даже нет острых углов. Вот вы видите. Это для минимизации травмирования человека. Безопасные подъемники, которые не откусывают пальцы. Здесь установлена итальянская ходовая часть, которая потребляет в разы меньше электроэнергии. Так, на погрузку зерна этот зернометатель потребляет всего 0,8 кВт-часа на одну тонну зерна. Установлена система управления автоматическая, ручная и дистанционная. Вот вы видите пульт дистанционного управления. Переключение очень просто. В автоматическом режиме работает погрузчик, в режиме дистанционного управления и вниз это в режиме ручного управления. В щите управления установлен понижающий трансформатор, который уменьшает напряжение электросети с 380 вольт на 24, что минимизирует риск поражения ваших работников электротоком. 24 вольта также находится на прожекторах, которые установлены и обеспечивают освещение вперед и назад. Сердце этого зернометателя – инновационный триммер, который имеет инновационную защищенную патентом конструкцию. Как вы видите здесь, барабаны его изготовлены не из трубы, а на лазерном комплексе из специальных прутков и имеет бочкообразную конструкцию, что предотвращает сбегание ленты с барабана в процессе работы. Однако, когда-то все-таки придется ленту вам поменять. И для этого мы предусмотрели даже такие мелочи, как установку съемника под корпусной подшипник, чтобы предотвратить процесс разрушения подшипника во время его снятия с оси барабана. Этот зернометатель также комплектуется двумя видами трубы триммера, в народе называемый хобот. Вот вы видите, высокая, длинная труба. Высота 4 метра 90 сантиметров. И также труба длиной 1 метр 70 сантиметров для работы в складах с низким потолком и для загрузки контейнеров. Это крайне эффективная и надежная машина для погрузки любого вида транспорта и буртовки зерна на высоту до 9 метров. Приобретайте инновационную технику завода сельхозмашин, и вы всегда будете довольны ее работой. Удачи вам в вашем бизнесе!